МКС является одним из самых больших достижений человечества. Я думаю, оно занимает высокие строчки в списке этих достижений. Это действительно чудо наблюдать, как эта огромная машина, которая была построена руками людей, до сих пор летает уже 20 лет в космосе. Спасибо, Кейт. Передаю слово Москве, Роман. Спасибо огромное. Мы продолжаем серию вопросов от наших пользователей. Екатерина Павлушенко интересуется и задает вопрос всему основному экипажу. Скажите, берет ли с собой новый экипаж какое-то новое специальное оборудование для поиска и устранения утечки воздуха в модуле «Звезда»? И как доставляет воздух в случае утечки на МКС? Кто готов ответить? Начнем с крайнего завершающего вопроса. Дело в том, что абсолютно герметичных объектов не бывает. Микроутечки они были, есть и будут. Дело в том, что существующая, она несколько превышает расчетную. Но это никоим образом не сказывается ни на безопасности экипажа, ни на функционирование станции. Существующие методики, существующее оборудование на борту позволили определить негерметичный отсек, имеющий эту повышенную степень утечки. Мы с собой возьмем дополнительное оборудование, которое позволит более точно, более детально определить место этой повышенной утечки. В технические подробности это оборудование я вдаваться не буду. Ну и также мы с собой возьмем дополнительный герметический материал, уже модернизированный, который позволит это место утечки устранить. А доставляется воздух с помощью грузовых кораблей в составе специального оборудования, и тем самым поддерживается нормальное рабочее давление на борту станции. Спасибо огромное. Надеюсь, мы успокоили Екатерину Павлушенко, да, и с таким настроем все будет хорошо. Спасибо большое. Передаем слово Байконуру. Спасибо. Пользователь социальных сетей Родионов Михаил из города Шумерле задает вопрос Кейтлин. Кейтлин, что больше вас всего удивило или, может быть, напугало во время первого полета на МКС? Спасибо за вопрос. Самый интересный момент, самый замечательный момент был, когда первый раз, когда я сделала ВКД, открыта люк, и потом я смогу видеть наша планета, не было окно между, не было станции, все было открыто. Но не было ощущения, что я боится. Это только я была очень счастлива, что быть, что у меня есть возможность быть в пространстве, в космосе. Это прекрасный и очень замечательный момент. Спасибо, Кейтлин. Руслан Галимов, пользователь соцсетей, задает вопрос Сергею Куцверчкову. Будете ли вы вести профиль в Инстаграм и отвечать на комментарии пользователей? Добрый день. Дело в том, что ведение профиля в Инстаграм и соцсетей — это вещь, безусловно, интересующая большинство пользователей этих самых соцсетей, но основная задача, которой мы занимаемся на станции, это выполнение экспериментов научных и технических экспериментов. Поэтому, если будет время на соцсети, постараемся посвящать людей в детали работ, какие-то рассказывать, как на самом деле работает оборудование, как мы живем и работаем на станции. Постараюсь сделать так, чтобы это было интересно. Спасибо. Роман, передаю слово вам.
Спасибо большое. В свою очередь хочу напомнить о том, чтобы все подписывались на соцсети Роскосмоса, на соцсети НАСА, искали там космонавтов, астронавтов. Безумно интересно, что же вы будете там делать. И, естественно, задаем вопросы, будет свободное время, космонавты, астронавты на них обязательно ответят. Вопрос также от наших пользователей Сергея Кусверчкову. Сергей, где и по какой специальности надо учиться, чтобы стать космонавтом? И какую физическую подготовку нужно иметь? Возможно, спрашивает будущий космонавт. Хороший вопрос, но несложный. Дело в том, что по существующим требованиям, которые есть на сайте Роскосмоса, есть на сайте Центра подготовки космонавтов. Вы можете их без труда найти, если умеете пользоваться поисковыми системами. По существующим требованиям космонавтом может стать любой гражданин России, обладающий специальностями в области инженерии, в области естественных наук, физика, химия, биология, имеющий медицинское образование в определенных, по определенным направлениям. И, конечно же, летчики военной и гражданской авиации также могут стать космонавтами. Все требования есть на сайте Роскосмоса, и их несложно посмотреть, несложно посмотреть детали. А по поводу физической подготовки могу сказать, что, может быть, кого-то я обрадую, кого-то огорчу, но не надо быть мастерами спорта и каким-то тяжелоатлетами или иметь выдающиеся способности для того, чтобы стать космонавтом. Но хорошее здоровье, в первую очередь, надо иметь. Спасибо огромное. Выдохнули, что не надо быть мастерами спорта. В продолжении вопрос Сергею Николаевичу, чуть-чуть, может быть, более детально. Нужен ли опыт полетов в гражданской или военной авиации перед полетом в космос? Обязательно ли это требование? Спасибо за хороший вопрос. Обязательного требования и о наличии опыта пилотирования военных или гражданских воздушных судов нет, но, как показывает полувековой опыт пилотируемой космонавтики, как зарождалось все с помощью авиации, и ее называют колыбелью космонавтики, так и продолжается. Наши зарубежные друзья-партнеры уделяют самое пристальное внимание летной подготовке, и большая часть отобранных астронавтов имеют летное образование. А те, кто имеют нелетное образование, они тренируются усиленно в этом отношении, также стараются дополнительно получить навыки пилота-любителя и соответствующие документы. И кроме того, поддерживают эти навыки в процессе своей подготовки. Поэтому, безусловно, сходств очень много, и летная подготовка является основным видом специальной подготовки, позволяющей успешно готовиться к полету в космос. Чтобы наши зрители не расслабились о том, что не нужно быть обязательно пилотом или мастером спорта, еще раз повторю слова Сергея Кусверчкова. Все на сайт Роскосмос, на сайт Центра подготовки космонавтов, там все требования подробно расписаны и, конечно, очень желательно соответствовать. Спасибо большое за ваши ответы. Передаю слово Дмитрию на Байконур. Спасибо. Еще один вопрос у нас есть от Родионова Михаила из города Шумерли.
Существует, вот он пишет, существует красивая традиция бросать монетку в море, чтобы вернуться еще раз в это место. А у космонавтов есть подобная традиция, чтобы еще раз вернуться в космос? Вопрос основному экипажу. Подобной традиции не существует. Каждый для себя определяет сам. Безусловно, космос затягивает. И безусловно, несмотря на все сложности длительного полета, улетая со станции, мысленно мечтаешь вернуться туда повторно. Каких-то объектов мы никуда не бросаем. Ни на память, ни на счастье. Но, повторюсь, мысленно об этом думаем, и основная задача, основное условие для того, чтобы вернуться на станцию, конечно, качественно, безупречно выполнить свою работу. Спасибо. Еще один вопрос от пользователей соцсетей. Есть такое мнение, что все космонавты мечтали с детства стать космонавтами. Вот у вас, у членов основного экипажа, именно так было? Вы с детства мечтали стать космонавтами или кем-то другим еще хотели бы стать? Я не буду лукавить, я с детства не мечтал стать космонавтом. Эта мечта уже сформировалась позже, но в детстве я мечтал о других профессиях. На мой взгляд, не менее героичных. Это профессия спасателей, профессия военных разведчиков каких-то. Да, на мой взгляд, это героические профессии, у которых героизм повседневный. Поэтому позже уже, когда я начал заниматься инженерной деятельностью, когда начал учиться на инженера, да, конечно, я понял, что профессия космонавта – это, наверное, самое интересное, что может быть среди профессий. Поддержу Сергея. С детства увлекался разными видами человеческой деятельности, и очередная прочитанная книга или просмотренный фильм или встреча с каким-то человеком то и дело направляли в разные стороны мои желания и устремления. Но все-таки желание стать летчиком, оно превалировало. При этом мы заглядывались на космонавтику, но понимали, что это что-то такое заоблачное, несбыточное, очень далекое. Ну, так получилось, что предоставилась возможность попробовать себя. И это получилось. Слава Богу. Да, была моя мечта быть астронавтом, но когда мне было 5 лет, я тоже хотела стать биологом и геологом и астронавтом. И я сделала 2 из 3. И я думаю, может быть, после полета я смогу изучать, как стать геологом. Большое спасибо. Роман, ждем вопросы от вас. Как мы поняли, чтобы стать астронавтом, надо с детства мечтать, а чтобы стать космонавтом, не обязательно с детства мечтать. Тем не менее, у нас вопрос Петру Дуброву, задает его Серебров Максим. Петр, по вашему мнению, есть ли необходимость создания искусственной гравитации при полете на Марс? Спасибо, это очень интересный и на самом деле глубокий вопрос. Действительно, отсутствие веса, состояние невесомости – это один из основных факторов, который оказывает влияние на здоровье и на состояние космонавта в процессе полета. И особенно это сказывается в долговременных полетах. Но сделать искусственную гравитацию, например, при помощи вращения корабля, технически достаточно сложно, хотя и возможно. Но это приводит сразу к куче целых новых проблем, потому что из-за размеров корабля будет сложнее управлять, будут совершенно другие инерционные характеристики. Как его построить, вывести на орбиту, тоже большая проблема. Вот поэтому с самых первых долговременных полетов уже люди стали задумываться, каким образом вот это воздействие невесомости как-то уменьшить или совсем нивелировать путем каких-то операций на борту, какой-то подготовки. Вот сейчас уже давно разработана
постоянно усовершенствуется программа, что космонавт должен делать на борту, как должен готовиться. То есть сюда входят и физические упражнения на беговой дорожке, на различных велоэргометрах ножных, ручных. Есть замечательные тренажеры на американском сегменте. Вот все это помогает справляться. И как показывает практика, вот этих тренировок, в принципе, достаточно, чтобы космонавт сохранял свою работоспособность в течение продолжительного времени и даже после приземления мог выполнять какие-то функции. Вот сейчас проводится один из экспериментов, который называется «Созвездие». В нем уже участвовали многие космонавты, мы с Сергеем Кусючковым тоже. Одна из целей этого эксперимента как раз сразу после посадки космонавта в первые дни проверить, насколько он способен выполнять какие-то типовые задачи, которые могут быть, ну, скажем, после приземления на Марс. Выход в скафандре, там, перенос каких-то предметов, выполнение работ. Вот на второй, третий день после посадки это все отрабатывается, специалисты наблюдают, записывают. И таким образом уже формируются какие-то рекомендации, что можно сделать будет после прилета на Марс, чтобы, опять же, уменьшить вот это воздействие невесомости. Вот. Ну и все это показывает, что в принципе мы можем и без искусственной гравитации долететь до Марса. Петр, интересные вопросы для вас продолжаются. Также Максим интересуется, хотели ли бы вы жить на другой планете, и если да, то на какой? Попробовать пожить. Очень интересный вопрос. И как исследователю, конечно, было бы очень интересно, потому что такой опыт, он бы позволил сделать сразу очень много новых открытий, получить много новой информации и по устройству Вселенной, и по происхождению планет. Наверняка будет что-то новое мы узнали бы о материалах, может быть, даже какие-то новые вещества удалось бы открыть на других планетах. Вот. Но как человеку, конечно, мне будет очень не хватать шелеста листвы, когда дует ветер, шума капель во время ливня, вот всех запахов, которые здесь есть у нас на Земле. Мы привыкли к таким простым мелочам, мы часто их не замечаем, и только когда лишаемся, тогда понимаем, как они были для нас важны, как много они для нас значили. Вот. Поэтому на другой планете человек будет всего этого лишен, и поэтому мне бы не очень хотелось покидать Землю надолго. Петр, спасибо огромное за искренние ответы. Ну, кто мог подумать, у нас космонавты еще и романтики оказываются. Спасибо большое вам. Байконуру слово. Спасибо. Еще один вопрос, пожалуйста, от нас, от ТВ, Кейтлин Рубинс. Kate, after spending a half year on the station 4 years ago, your return to the station is certain to be filled with work from start to finish. With all of this experience under your belt, what do you look forward to the most on your second flight? Kate, 4 года назад вы провели полгода на станции, а теперь возвращаетесь обратно, и ваш график обещает быть очень плотным. Имея за плечами весь свой опыт, скажите, чего вы больше всего ждете от своего второго полета? Personally, I'm looking forward to seeing the sight of the Earth again. It's an incredible sight. It's glowing. It's beautiful to fly around, and I really enjoy taking pictures. Лично мне было бы интересно еще раз взглянуть на Землю со стороны. Она прекрасна, она сияет, и особенно красиво летать вокруг нее, делая фотографии. And professionally, I'm looking forward to a lot of the experiments that we have planned for this expedition. We're planning to try some really interesting things like bioprinting tissues and growing cells in space, and of course, continuing our work on sequencing DNA. С точки зрения профессионала, я с нетерпением жду проведения экспериментов, которые запланированы на нашу миссию.
Они будут разные, в том числе и биопринтер, где мы будем пытаться воспроизвести ткани выращивания клеток, а также продолжение моего эксперимента по секвенированию ДНК. Спасибо, Кэтлин. Пользователи наших социальных сетей хотят задать вопрос Марку Ван де Хайе. Марк, ваше первое впечатление, когда вы увидели Землю со стороны, меняется ли оно со временем, это впечатление? Как Кейтлин сказала, Земля так красивая, так прекрасная, что после того, как закончил мой первый день в космосе, моя задача была спать, но не мог спать. Я использовал один раз вокруг Земли, чтобы посмотреть, наблюдать Землю через окно. И когда я был на станции дальше, я понял, так большая Земля, но я понял, что наша атмосфера очень-очень-очень тонкий, важный слой для нас. И это... У меня был this sense of wanting to protect it. И мне захотелось защитить эту планету. That layer of atmosphere. I had a sense of wanting to protect that layer of atmosphere. Да, чувство про защиту вот этой атмосферы, вот этого слоя. Спасибо за вопрос. Спасибо за интересный ответ, Марк. Прошу, Роман, вопрос из Москвы. Да, наших пользователей интересует Олег Новицкий. Вот Вадим Семенов задает Олегу вопрос. Когда модуль «Наука» состыкуется с МКС, космонавты смогут сразу войти в него и начать работу, или придется еще что-то сделать? Ну, я думаю, это будет большое счастье, когда модуль пристыкуется к станции. А перечень работ будет определен, скорее всего, нашими земными специалистами. Это будет какой-то перечень штатных таких мероприятий, проект герметичности, взятие проб воздуха, наверняка демонтаж какого-то оборудования, которое используется при стыковке модуля. А дальше мы будем просто, как это, с большим удовольствием использовать новый объем, новые возможности для нашей станции и будем им работать. И в дополнение вопрос, какие эксперименты с ультразвуком проводили в космосе? Тоже интересует наших пользователей. Ну, скажу от себя, что лично я никаких экспериментов с ультразвуком не выполнял. И у нас на борту есть штатное оборудование, которое может использоваться и использовалось при поиске утечки, допустим, воздуха из объема МКС. Вот. Ну, наверное, и все. Экспериментов я не выполнял. Спасибо огромное. Слово Байконуру. Дмитрий, пожалуйста. Спасибо. Вопрос Сергею Рыжикову, я так понимаю, от молодого поколения. Когда вы видите в небе падающую звезду, вы загадываете желание? У нас чувствуется романтика обладает не только космонавты, но и молодое поколение, которому мы желаем добраться до станции в будущем, может быть, до следующих поколений станций, и там уже определиться с этим. Загадывать желание или нет. На самом деле, если такая возможность предоставляется, понаблюдать, как сказали мои друзья, либо за земной поверхностью, либо за небесной сферой, просто мечтаешь, просто наслаждаешься этим видом, но желаний каких-то особых при этом не загадываешь. Простите, такой неромантичный ответ. Понятно, спасибо. Сергей, я зачитаю следующий вопрос. Как спят космонавты, если там все летает? Какие вам снятся сны? Летающие, летные сны. Спят хорошо, крепко, причмокивают, зафиксированы, никуда не улетают. Если
зафиксировались плохо, то можно немножко из пальмового мешка выпорхнуть. Но это не случается редко, поэтому сон спокойный, ровный, с хорошими мечтаниями во сне, добрыми. Все замечательно. Отлично, спасибо. Передаю слово в студию медиагруппы «Россия сегодня». Прошу, Роман. Ну, наверное, один из самых наболевших вопросов, один из самых популярных сейчас в наше время, вопрос для Кейтлин. Если у кого-то из вас поднимется температура, как вы справляетесь с этим? И если появятся признаки коронавируса, что вы будете делать? Да, если у нас есть поднимется температура, у нас есть возможность конференции с врачом, когда мы хотим на борту. А тоже у нас есть много оборудования на борту. Например, мы обсудили ультрасаунд, тоже у нас есть возможность тестировать кровь, урин, все, что врач, в офис врач у нас здесь. О коронавирусе я убеждена, у нас нет на борту, потому что у нас очень строго быть в карантине. Это почти из марта, мое впечатление. Но мы были в Звездном городе 2 недели, и после этого мы были 17-й день в Байконур, очень строго карантин, все экипаж в маске, все, которые мы, у нас взаимодействие с группой, мы были в маске. Тоже мы сделали тестирование PCR 2 раза. И тоже мы сделали тесты антиген. Это быстрый тест. Мы сделали 3 раза уже. Так, это очень хорошие меры безопасности. Хочется напомнить, наверное, что МКС – одно из самых безопасных мест в плане нахождения коронавирусной инфекции, и уверен, что она не пройдет. И хочу всех призвать брать пример с космонавтов и астронавтов, которые вот так вот осознанно подходят к своему здоровью и соблюдают все меры, в том числе и масочный режим. Также всех призываем к этому. Сергей Николаевич, следующий вопрос к вам. Вопрос достаточно глубокий, и, я думаю, при желании может занять все время оставшейся нашей пресс-конференции. Меняется ли из космоса взгляд на жизнь? Переживаете ли вы о проблемах, которые происходят на Земле? Вопрос действительно очень серьезный, глубокий. Эти переживания мы испытываем как на Земле, и особенно на орбите, потому что мы удалены и не так просто вернуться. К сожалению, к великому, человечество, если так позволите порассуждать, не в состоянии уяснить простые истины, несмотря на большой рывок научно-технического прогресса. Ведь, как сказал Петр, как подтверждают мои коллеги, для счастья много не надо. У нас удивительная планета, она удивительно красивая, конечно, которая нуждается в нашей заботе, уходе. И каждый раз, когда мы прибываем на подготовку, на предстартовую, к великому сожалению, происходят на Земле какие-то события, что в марте 14-го, что в сентябре 16-го, что сейчас в Закавказе. Вспоминая при этом слова Юрия Алексеевича Гагарина, который сказал, что наша планета прекрасна, давайте будем беречь и приумножать эту красоту. А мы, к сожалению, не только занимаемся ее уничтожением, но даже уничтожением друг друга. Поэтому, безусловно, глядя на нашу родную планету с высоты орбиты Международной космической станции, глядя на то, как мы, представители разных стран, разных культур, разных вероисповеданий, умеем находить общий язык, умеем помогать друг другу, умеем
поддержать друг друга, умеем справляться с различными ситуациями, умеем веселиться, умеем дружить. Безусловно, хочется от всей души, чтобы хоть как-то этот пример способствовал распространению такого же товарищества, дружбы, любви и на нашей планете. Давайте ее беречь. Сергей Николаевич, спасибо огромное за ответ. Слово Байконуру. Спасибо. Еще один вопрос, Сергей Николаевич, вам. Сильно ли страдает станция от микрометеоритов и космического мусора? Какие меры предпринимаются по уменьшению количества космического мусора? К сожалению, приходится отмечать, что количество космического мусора не уменьшается. Если посмотреть статистику крайних лет, возрастает и достаточно сильно. Это связано с увеличением интенсивности освоения космического пространства. Это, наверное, больше вопрос, опять же, с предыдущим, пересекается с философией. Но станция страдает не от космического мусора больше, а от тех объектов, которые находятся и пересекают ее, как говорилось, о микрометеоритах. Имеются, конечно, небольшие повреждения на элементах внешней поверхности станции, на солнечных батареях, на иллюминаторах можно наблюдать микрокаверны. Но, во-первых, все эти нагрузки, они рассчитаны. Имеется повышенный запас прочности. Осуществляется постоянный мониторинг. Доставляется как экспериментальное, так уже постоянно используемое оборудование для регистрации всех этих микроударов и дополнительных повреждений. Ведется анализ деградации панелей солнечных батарей и энергообеспечения станции. Поэтому 20 с лишним лет станция летает на орбите. И те существующие деградации, те существующие повреждения, они оказываются менее даже расчетных. Поэтому мы надеемся, что и наши экспедиции, и последующие позволят в штатном режиме использовать этот уникальный объект на орбите нашей планеты. Спасибо, Сергей. Роман, мы, к сожалению, должны уже заканчивать нашу пресс-конференцию, поэтому слово для заключительных вопросов я передаю вам. Пожалуйста. Спасибо огромное. Вопрос Сергею Рыжикову, также Сергей Николаевич, многих интересуют такие обыденные вещи. Какое ваше любимое занятие на МКС и как вы проводите свободное время также на космической станции? Так получается, что микрофон держу дольше всех, но думаю, что все ребята меня поддержат, и уже об этом говорилось. Хочется с максимальной эффективностью использовать время нахождения на борту, и поэтому так называемое свободное время используем для того, чтобы получить дополнительную информацию. Дополнительная информация – это как станция, это объект околоземный. Это, конечно, наблюдение за поверхностью нашей планеты. И чем больше мы сделаем фото и видео снимков, материалов привезем, тем больше принесем пользы для выполнения программы и, в общем-то, для остальных задач. Поэтому практика и наши желания не совпадают. И самым лучшим свободным времяпровождением является наблюдение нашей планеты и фотографирование как знакомых, так и незнакомых мест.
Спасибо огромное за уделенное время, за ваши ответы. Спасибо большое пользователям за ваши вопросы. Будем с нетерпением ждать старта. Напоминаю, что завтра в 8 часов 44 минуты по московскому времени Союз МС-17 стартует. Мы будем следить и за стартом, и за вашим пребыванием в космосе, за вашими так называемыми приключениями и за приключениями. Сергей Кустерчков меня подтвердит, вязаного космонавта. Для тех, кто не знает, кто это, посмотрите нашу предыдущую пресс-конференцию. С удовольствием будем ждать вас здесь у нас по возвращению. Возвращайтесь скорее, мы вами гордимся. Спасибо огромное. Спасибо. Дорогие друзья, прошу вас остаться для традиционного фотографирования. На этом мы нашу пресс-конференцию заканчиваем. Спасибо вам за ваши хорошие и интересные ответы. Спасибо. Спасибо всем.